Здорово, дорогие друзья, с вами как всегда Яван. Мы продолжаем играть на сервере Смотрамбер номер 3. И сегодня у нас на обзоре, на тюнинге, скандальный автомобиль BMW E30. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. В прошлом обновлении 1.8 был добавлен автомобиль BMW M3 E30. Он был эксклюзивным, и его всего лишь было 100 штук. Как же наши перекупы работают? Они скупили буквально за 5 минут первого обновления. Они скупили 100 штук и выставили на нее цену 20 миллионов. Она продавалась по 20, с СГУ по 40. Это был такой пипец. Но в обновлении 1.9 решили изменить и сделали ее обычной, не эксклюзивной. Из-за этого все начали бомбить, типа я купил за 20, я продал за 20, это кому повезло. Кто сказал, я купил за 20, купил за 40 за СГУ, она здесь бесплатная, да. Я не покупал E30, потому что, блин, за E30 столько денег отдавать. Вот, и решил подождать. И вот купил, пошел с БУ. Прикольно, да? Ладно, заезжаем, короче, на тюнинг. Тюнинг у нас есть спойлера. Смотрим спойлер. Давайте вот такой вот поставим. Расширение арок фендеры. Так, это добавляется порог. Добавим его. Передний бампер. Есть надутый и есть не надутый. Мне кажется, сток-то попиже будет, потому что вот здесь есть еще губа такая маленькая. А здесь просто раздуваются арки. И все. Не, я сток оставлю, зачем? Да, здесь не-не-не. Мне сток, спасибо. Задний бампер. Можно мне баночку прям такую хорошую? Второй. А, ясно. Они, короче, будут раздуваться просто, да? И все. Ну это тупо как-то смотрится, вот эти, блин. Не знаю, как это объяснить. Ну, короче, тупо, да. Я лучше сток оставлю. Больше же она ничем не меняется, да? Да, тике боковушка. Да, охуенно поставил. Короче, фендер и спойлер поставил. В принципе, норм. 50 тысяч. Самый бесплатный тюнинг, можно сказать. Халявный. Ну, я знаю, кто ставит, но мне не очень идет. Ей, вернее. Вот, так что заезжаем на диски и посмотрим, что по дискам поставим. Ставить сюда диски с полочкой. Вот такие. За 360 даже смотреть не буду. Потому что для моего стиля прям они прям подойдут. И вообще и 30 идет. Идут, вернее, диски с полочкой. Так, радиус где-то вот такой. Если что, мы потом поднимем. Ширину сделаем нормальную. Это что у нас М3. Так. Оп, ширину такую же. Вынос, спрятаем немножечко его. Где вот? Вот. Вроде так. И немножечко добавим развальчику для красоты. Вот так. Задних на передние. Или радиус все-таки поменьше сделать? Да не, радиус вроде самое то. Еще передних сделаем развальчик немного. Вот так и засунем их туда. Вот. 360 тысяч. Еще низкий профиль надо. Я думаю, что она такая большая. Во, идеал просто. И давайте сделаем какую-то резину. Давайте Goodyear. Нормально. Все, вот такая вот у нас получилась. Кстати, вот внутри она смотрелась попиже. Еба у него дрифт-чип, конечно. Так, газуем, короче, теперь на замену номеров. Вот, поставим сюда, мне есть номер, который еще купил тачку с БУ рынка. Это Альтеза ЕКХ-228-98 на Е30, все правильно. 600 тысяч бэнь. Все, и теперь у нас Е30 на таком номере. Да, ЕКХ-228. Ну, в принципе, этой тачке вот это сочетание цифр и букв идет прям. Следующий пункт у нас — это тонировочный центр. Блять, Женя заебал. Заезжаем в тонировочку. Цвет, в принципе, белый. Я не хочу ставить какой-то ксенон. Давайте фонари заебашим 60. Тонировка 60-80. И задний сотку можно ебануть. Все.
А чё боковушки так плохо притонировались? Ну ладно, пойдет. Пойдет, в принципе. Все. И фонари. Но я думал, блин, 60% думал, хотя бы Hello Black будет, что ли. Сколько мне снялось бабок? 60 тысяч, подождите, а я точно поставил? Блин, было бы здесь тюнинг Hello Black, там, ну когда маски в фонарях, отражатель, да, поставился. А, у меня боковые не поставились. 80. Вот, теперь все поставил. Когда это, Hello Black, это когда маски, либо отражатель покрашен в черный. Сливаем 80-й бензин, ласточку только 98-м будем заправлять. Бак, кстати, 50 литров, что-то маловатый. Пробег 91 километр, в принципе, новая тачка. Но так уже смотрится неплохо, да? Бля, посмотрите, какая Феррари. Вот чуть в последнее время я прям и Феррари захотел, и RS6, и GTS. Прям капец, ну Феррари вообще сочка. Сучка, хотел сказать, вот. Поставим сюда, я не хочу уже дрифт-чип просто на все тачки лепить. Может потом и подрифтим, но сюда поставим какой-то офигенный просто, чтобы кататься. Так, только надо его упустить немножечко, это слишком высокое. Короче, пацаны, вот так вот пустил. Вроде в арки не залазит, низко сидит. Вроде кайф, теперь можно... А, надо двойной выход убрать. И можно ебашить на покрасочку, красить вот эту тачку в какой-то прикольный цвет. Так, сколько она едет? 325 км в час. Но если по меркам реальной жизни, для E30 это неплохо прям. А если по меркам МТА, то это пипец. Тачка за 5 миллионов почти едет 325. Вернее, почему почти? Ну, она в салоне 5 лимонов стоит. Но зачем я поехал на... АвтоВАЗ, я не разумею. Она в автосалоне 5 миллионов стоит, но в БУ она чем 4200 или что, сколько я там купил, не помню. Ну, короче, мало, да. И вот я хочу сделать конкурс, но я хочу сделать конкурс с автомобилями из этого, из обновлений. Но я не могу тупо купить восьмерку. Кто продает восьмерку и какая цена? Желательно по цене автосалона куплю. Или если тюнинг будет, то немножечко дороже. Пишите мне в ЛС, ВК, ссылочка в описании. А сейчас мы изменим цвет диска. Я вот думаю, блин, делать черный или не делать это. Просто 50 тысяч нахер. А только колпачки меняет. Ладно. Хром. Металлик. Мат. Акрил. Акрил, чё? Ладно, давайте металлик. Металлик, я сказал. Черный цвет. Черный банально, не очень. Серый. Ну... Чего? Эти накладки такие черные, или это у меня не прогрузилось? Если черные, пацаны, мы сейчас поедем поменяем. Это какая-то дичь. Серый, ну такое. Белый, неплохо. Но нет. А, красный. Красный нормуль. Вот вишневый, вот видел такой М3. Вот прям неплохо. А, рыжий. Желтый. Вот желтый прям кайф. А если такой рыжеватый? Ну, не очень. А, давайте ближе. Зеленый, лаймовый такой не очень. Кислотный, бирюзовый, голубенький вот такой вот. В принципе, бля, я сбил такой цвет охуенный. Наверное, где-то вот сюда ближе, вот. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, фиолетовый. Во, охуенный цвет такой, фиолетовый. Вот, вообще так прикольно. Но нет, я не поставлю его. И ближе к красному. Окей, а если попробовать хром, типа, но сделать ее красным? Не, ну блин, это не хром, это сатиновая пленка. Вот я не знаю, я очень хочу ее сделать либо желтой, красный. Ну что-то мне красный даже больше нравится, но желтого у меня никогда не было. Короче, пацаны, давайте сделаем ее все-таки желтый, потому что красные у меня уже тачки были, особенно такие вишневые, очень дохера. Желтый у меня не было, плюс красный E30 я уже видел на серии,
на сервере, а желтых нет. Так что давайте сделаем ее желтой. Короче, где-то вот плюс-минус тут. Сохраняем где-то вот такой вот цвет. Желтый. Прикольно. Ладно, давайте похер. Колпачки. Вот, блин, если бы вот эта вся внутрянка красилась в черный. Ну так колпачки, они прям не очень выделяются, чтобы в контраст. Но все равно есть что-то такое. Ладно, пофиг. 50 тысяч дадим. Не, ну цвет этот не такой, не такой прям. Вот такой вот, короче, он немного ярче. Все. Сохранить и оплатить. Ну, в принципе, внешка готова. Но, бля, вот эти бампера, что за херня просто? Либо они не прорисованы до конца, либо это какая-то дичь. За который я отдал... А, они бесплатные были, да, только спойлер заплатил. Да? Бля, надо... короче, давайте отправимся все-таки на нашей Шкоде охуенной оперской. Но нет, это не оперская. Это я уже, конечно, загнул. Просто офигенная тонированная Шкода, все. Сейчас мы отправимся в ВВ, посмотрим, что за херня вот этой с боковой юбкой. И продолжим. Бля, пацаны, ну вот сами, вот только что... Приехал, никуда не заезжал. И просто цвет багнулся. Вот тупо никуда, я просто... А, еще хп. Бля, мани... А, у меня здесь борщец. Борщец, мане, я бабушки покушал. Вот просто доехал из ЛС... Ой, для кого это ЛС? СФ в ЛВ. Все, цвет багнулся. Это просто охуенно. Бомба. Ребята, доброго дня. Блять. Чё, пацаны, дистанционное обучение? Я аж дёрнулся, блин, думал, кто-то за спиной, сам дома сижу, кто-то за спиной говорит. Да, конечно. Короче, пацаны, плюс-минус вот такая вот вышла, какая-то дичь, они не проработали, можно сказать, боковую юбку, вот. Такая прикольная E30 получилась на номере, в принципе, за 4200, ну такое, но кто покупал E30 за вот эта антенна, которая стоит вот посередине, так высоко, вот, блядь, нахрена его было добавлять, она вообще не смотрится, это такой пипец, гребушок такой, гребешок. Короче, такая прикольная, я уже перезаходить не буду, цвет желтый, прикольный. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. В принципе, я так и не договорил. За 20 миллионов кто покупал, ну прям вообще такое. Это не на любителя. 20 я бы не отдал, поэтому не отдавал. Ну, за 4200 можно. Что у нас стоит? Рядная четверка, чё, блядь? Рядная четверка, рили. Да, в М3 шип четверка, я не помню, кто-то... О, кто-то приехал. Там би. И чё по салону? Мы еще салон не смотрели. Ну, в принципе, М3-шный салон, ничего нового. Может, они где-то здесь лоханулись, можем посмотреть. Не, вроде бы все норм. Все. Короче, вот мне кажется, вот этого М3 значка нету, вот это, что они налепили. А может, есть. Может, не знаю. Короче, на этом все. Лайк, подписка, коммент. Ждем конкурса. Ну, с вами был Лавин. Всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока.